фестиваль не привлекает бюджетного финансирования, поэтому организаторы фестиваля после окончания за свой счет занимаются выпуской, вывозом мусора, сбором мусора, утилизацией мусора. Область лишь предоставляет площадки, куда можно мусор отправить. Давайте я отвечу на этот вопрос. У нас традиционно и во время фестиваля, и после фестиваля есть определенный подрядчик, который занимается уборкой поля. Я вижу, что от года к году у нас ситуация все лучше и лучше. Мы дополнительные деньги каждый год тратим на эту историю. В этом году точно так же. Бюджет на уборку площадки увеличился на 1,5 раза. И мы сдаем поле после фестиваля абсолютно чисто. И даже если что-то строится, что-то повреждается на площадке, мы восстанавливаем до того состояния, в котором мы это поле принимаем и выпускаем. Мы очень внимательно относимся к этому порядку. Теперь тебе одна.